Добрый день, друзья! Сегодня мы приготовим суфле из куриной грудки. Для приготовления нам понадобится 800 граммов куриной грудки, у меня она еще подморожена, 4 куриных яйца, 400 миллилитров молока, желательно молоко пожирнее, 100 граммов сыра, у меня он натертый, 1 столовая ложка сушеного чеснока, 1 чайная ложка паприки, у меня копченая паприка, 1 столовая ложка сушеной петрушки, ну и понадобится соль. Куриную грудку сначала мы нарезаем на мелкие кусочки, для того, чтобы было легче работать блендером. Нарезанную грудку выкладываем в блендер. Также поступаем с оставшимися кусочками куриной грудки. В блендер вливаем молоко подготовленное и начинаем взбивать. Измельченную куриную грудку вместе с молоком выкладываем в глубокую миску. У нас получилась масса, как паштет. Теперь берем яйца, отделяем желтки от белков. В отдельный стакан отправляем белки, а желтки отправляем куриную массу. Сейчас белки взбиваем в тесто. Белок хорошо взбился в такую слойную пену. Отставляем пока в сторонку. Сейчас перемешиваем куриную массу с яичными желтками. Теперь в миску отправляем соль, копченую паприку, сушеный чеснок и сушеную петрушку. Перемешиваем все. Теперь к куриной массе добавляем натертый сыр. У меня сегодня моцарелла. Соединяем куриную массу с сыром. Сейчас в миску вводим взбитый куриный белок. Все ингредиенты аккуратно смешиваем. Что у нас получилось. Сегодня у меня силиконовая форма. Выкладываем массу в силиконовую форму. Разравниваем верх. И я взяла еще одну силиконовую форму, только уже круглую. Выкладываем остаток массы. Обе формы отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Формы отправляем в духовку. Итак, друзья, суфле из куриной грудки готово. Я проверила готовность деревянной палочкой. Палочка выходила сухая. Переложила суфле на блюдо. У меня получилось 2 порции. Давайте посмотрим, как оно выглядит в срезе. Вот как суфле выглядит в срезе. Внутри оно получилось нежным, ароматным и сочным, а снаружи румяным. Друзья, готовьте так. Это гораздо полезнее, чем магазинная колбаса. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. И пока-пока.